Я спустился в метро. Время было около 11. Как обычно в пятницу, на работе было много дел, поэтому я так поздно возвращался домой. Сильно уставший, я вошел в последний вагон. Ни на кого не обращая внимания, я сел на пустое сиденье, выкрутил наушники почти на полную громкость и закрыл глаза. Благо, ехать было по одной ветке, правда, и в самый конец. Видимо, я задремал и очнулся от тишины. Знаете, когда поезд останавливается, внезапно образуется такая непривычная тишина в вагоне. Я открыл глаза и осмотрелся. «Черт!» – подумал я. «Неужели меня в депо отвезли?» В вагоне был только я. Но потом я глянул в другой вагон и успокоился. Там сидела компания и весело что-то обсуждала. Поезд разогнал свою обычную скорость, и я окончательно успокоился. Но вот прошла песня, за ней другая. Я знал, что у нас есть длинный переезд между станциями на линии, но он был всего 2 с небольшим минуты. Обе песни длились не менее 3, а поезд все ехал с той же скоростью. Я подошел к стеклу между вагонами и посмотрел на компанию из переднего вагона. Но они выглядели спокойными. Что-то в них мне показалось странным. Их было 3. 2 девушки и парень. Одна из девушек сидела спиной ко мне, повернувшись к другим. Неожиданно я понял, что меня смутило. Эта девушка, сидящая спиной, слишком ритмично двигала рукой. Каждые 15 секунд она поднимала руку и крутила ей, что-то объясняя и вновь опускала. Как заведенный механизм, с точностью до секунды. Потом я заметил такую же закономерность у парня. Он кивал головой с одной и той же периодичностью. Я постучал им. Но они, как заведенные, делали одни и те же действия через равные промежутки времени. «Мне нравятся поезда», — раздалось сзади. Меня пробил холодок. Я, пересиливая себя, обернулся. Возле одной из дверей стоял мальчик лет 6 и смотрел в окно. «Ты кто?» Еле выдавил я, будучи абсолютно уверенным, что минуту назад в вагоне никого не было. «Алексей», — серьезно представился он, посмотрев на меня зелеными глазами. Потом отвернулся к окну и зачарованно уставился туда. «Почему ты один? Где твои родители?» — задал я вопрос. «Родители уехали без меня», — вздохнул он. «Мама плакала, но они не могли меня забрать. Наверное, потому что я умер». Он еще раз вздохнул. Я не успел осознать сказанное им, как мальчик продолжил. «Скоро станция, а я еще покатаюсь». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Я очень любил ездить в метро и в поезде к бабушке». Внезапно я очнулся, сидящим в битком забитом вагоне. Я встал, уступив место какой-то даме, и всю дорогу домой я стоял, осматривая людей, столпившихся вокруг меня. Когда я вернулся домой, я налил себе горячего чая и полез в интернет. Битый час потратил, вводя запросы по названиям станции, перегону, ближайшим станциям. Пока, наконец, на одной из новостных лент не нашел упоминания о смерти мальчика прямо в вагоне поезда метро на перегоне между станциями. И сбоку статьи была фотография мальчика. Да... На меня с экрана монитора смотрел Алексей. С тех пор я не могу заснуть в метро и, проезжая по перегону между этими станциями, всегда вспоминаю мальчика с зелеными глазами, любящего кататься на поездах. Спасибо, что дослушали данную историю до конца. Надеюсь, она вам понравилась. По традиции, не забываем оставить комментарий, что вам понравилось, а что нет, чтобы канал в дальнейшем развивался. Ну и
Если не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайк. И до новых встреч, до новых страшных историй. Будет страшно интересно.